Для нашей закуски понадобится фарш. У меня куриный фарш домашний, только что сама перекрутила. Здесь лук, соль, черный перец. Молоко 200 или 300 миллиграмм. Одно яйцо. И сушечки вот такие малышки. Сейчас я добавлю фарш, яичко, перемешаю. И дальше будем делать нашу вкусную и очень простую закусочку. Что делаем дальше? Берем наши сушки и помещаем их в молоко. Даем немножко напитаться молочком, чтобы они не были сухими. Ну, пройдет минуты 2-3. Сушечки чуть-чуть разбухнут. Что будем делать дальше? Будем их выкладывать на противень. Вот так вот. По одной штуке. И потом в серединку сушки мы будем добавлять колобочек фарша. Когда мы все заполним сушечки на противне, мы отправим это в духовку. Градусов на 180. Минут, я думаю, на 10-15, чтобы мясо пропеклось. Встретим все уже, когда весь процесс будет завершен. Ну, вот такая заготовочка, которая сейчас пойдет в духовку. Да, конечно, времени на нее потрачено минут 20. Укладывала, размачивала. Но это, поверьте, стоит того. Вкусненько, необычненько. Вытащила из духовки нашу закуску. Вот так это получается. Сейчас немножко подостынет. На красивую тарелку перемещу и вторую партию загружу. Приятного всем аппетита! Первая партия на тарелочке. Вот так это смотрится. Такая закуска.